Андрей Кончаловский получил серебряного льва в Венеции за картину «О соблазнах зла». Его рай получился черно-белым и не случайно. Он весь снят в стиле хроники военных лет. Ведь именно о ней, о войне и рассказывает картина. Quantomeno il sogno che Olga fa di esso deve necessariamente confrontarsi con il suo contrattare. Одну из главных ролей исполняет бессменная муза Кончаловского, его жена Юлия Высоцкая. Она играет аристократку, участницу французского сопротивления. Есть еще француз-коллаборационист Жули, немец Хельмут, высокопоставленный офицер СС. Их судьбы переплетаются, и появляется свежий образ той войны, о которой, казалось, мы все знаем. Именно настоящие кадры хроники использованы в качестве промо к фильму. Она основана на жизни нескольких женщин русской эмиграции в Париже, которые бежали от большевиков, но когда нацисты напали на Францию, они вошли в ряды сопротивления и, собственно, спасали еврейских детей, родители которых были арестованы. Жюри Венецианского фестиваля оценило свежесть режиссерского взгляда и отдало Кончаловскому серебряного льва. Впрочем, не в первый раз. Наш режиссер уже получал аналогичную награду в 2014 году за «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына. Да и вообще ни разу не уезжал из Венеции без наград. А участвовал Кончаловский в этом фестивале уже 5 раз.